Пешеход до сих пор без сознания. Вчера на Намском тракте произошел ДТП. Сбили человека. Установлено, что на 13-м километре Намского тракта водитель 52 лет, управляя автомашиной Toyota Corolla, совершил наезд на пешехода, причинив ему травмы. Бригада скорой помощи доставила мужчину в районную больницу номер 2. На данный момент пострадавший находится в бессознательном состоянии. Водитель Corolla пояснил, что он следовал на своей автомашине со скоростью 50 км в час по Намскому тракту в направлении поселка Жатай по правой полосе движения с включенным ближним светом фар. На 13-м километре Намского тракта вдруг почувствовал удар спереди и увидел человека, упавшего на его капот. Тут же остановился, вышел из машины и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача-нарколога, не выявило водителя факта употребления алкогольных напитков. На данный момент госавтоинспекция города Якутска проводится административное расследование, по окончании которого будет принято законное решение по данному дорожно-транспортному происшествию. Госавтоинспекция города Якутска напоминает всем участникам дорожного движения, что переходить проезжую часть следует строго в установленных для этого местах, на пешеходном переходе, на разрешающий сигнал светофора.